Старый асфальт будто льется в кузов грузовика. Прежде чем укладывать новое покрытие, нужно обрезать поврежденный слой и очистить участок от грязи. Сначала на путь ремонтный встает фрезеровщик, и только потом начинается укладка. Улица Народная связывает Куйбышевский район с центром города, оттого заслуживает особого внимания. Здесь всегда большой поток машин, поэтому все ремонтные работы ведутся ночью, чтобы не мешать оживленному движению. Протяженность Народной почти 2 километра. Ремонт большими картами здесь начали в мае. Закончить планируют через неделю. Рабочие, 25 специалистов и 10 единиц техники на боевом посту с 10 часов вечера и до утра. За это время успевают уложить до 3000 квадратных метров полотна. На это уходит около 500 тонн асфальта. В Куйбышевском районе обновления также ждут улицы Шоссейная и Белорусская. Ремонт идет по всем современным технологиям. Асфальт высокопрочный, производится на высокопрочном щебне, что придает ему крепость и устойчивость к износостойкости. На укладчиках стоят системы нивелирования, то есть они будут ровные, гладкие, ездить будет приятно. Работы ведутся во всех районах города, мы понимаем необходимость ремонта покрытия и в Куйбышевском, и в Кировском, и в Красноглинском районах. В текущем году за счет средств областного бюджета запланировано выполнение работ на 40 объектах. Ремонт уличной дорожной сети картами свыше 100 метров погонок на сумму 273 миллиона рублей. Гарантия на ремонт большими картами 2 года. Все нарушения в этот период подрядчик устраняет за свой счет. Чтобы не допустить дефектов на начальной стадии работ, за качеством ремонта и соблюдением технологий на участках наблюдают кураторы. Пристальный контроль на всех этапах ремонта. Если мы определяем какие-то дефекты уже в процессе лабораторного контроля или еще что-то такое, то выписывается предписание, дается письмо заказчику на устранение этих дефектов, вплоть до того, что они эти места переустраивают, переделывают, перекладывают, все вновь делают. Всего большими картами в этом году отремонтируют более 400 тысяч квадратных метров дорог по всему городу. Завершить работы на всех объектах планируют до конца июля. Алина Чемерис, Алексей Золотенков, «События».